Народ, привет еще раз. Решил заснять сегодняшний день, не пропускать. Сегодня 22 ноября, ровно 34 года мне исполнилось. И можно сказать, что это вторая сторона медали, если кто-нибудь поймет. Ну а если не поймет, то ничего страшного. С утра меня сегодня поздравила супруга с детьми. Потом поздравила мама, мой брат, ну и также дополнительно Мегафон, почта mail, YouTube и так далее. Так получилось, что взялся я и за эту комнату последнюю, она же пристройка к дому, она же веранда. Сегодня полдня выношу это говно, и нисколько не уменьшилось. Она еще есть куча. Вот что означает вторая сторона медали. Так, здесь будут стены обшиваться панелями ПВХ. Они под кирпич. Потолок будет вагонкой. Почему вагонка? Потому что вагонка была, и чтобы ее использовать, решили вот ее на потолок. Так, смотрите, какая здесь проблема. Вот эта лужа, вот, видите, налилась вот отсюда. Вот мокрое пятно. Потом капает вот отсюда. Вон, видите, да? Вон там мокрое какое-то пятнышко. Вот там мокрое. Так, смотрите вот здесь. Вот здесь даже уже грибком поросло. Вот там мокрое. Да, вот так вот я в свой день рождения занимаюсь подработкой в воскресенье. Так, смотрите, что я хочу вам еще показать. Обратите внимание, у меня просто не было времени днем заснять, я вот только недавно как-то задумался, что надо это все-таки показать. Обратите внимание, вот это пятна. То есть, получается, льется вот эти все осадки от под крышу, не зная, каким образом они туда попадают, потому что крыша металлочерепица, скорее всего, где-то на изломах. И перед тем, как мне начать делать эту комнату, эту веранду, сначала надо решить проблему с течью. Вот. Ну, в принципе, по идее, я думаю, что недели две мне понадобится сделать эту комнату. Вот как она выглядит. Какое будет мое желание? Скорее всего, в следующем году, в 2021, это рассчитаться за машину, которую я не так давно взял. Брал кредит на 5 лет, но я сделаю все для того, чтобы в течение года за нее рассчитаться. Всем спасибо за внимание.